Дорогие друзья, добро пожаловать на сайт кафедры международного права Евразийского национального университета имени Льва Николаевича Гумилева. Специальность международного права с каждым годом становится все более востребованной как в нашей стране, так и в целом в мире. Юрист-международник – это специалист в сфере и международного, и национального права, а также права региональных объединений, таких как Европейский Союз, Таможенный Союз, Единое экономическое пространство и так далее. Специализированная выпускающая кафедра международного права юридического факультета была сформирована недавно, 2 сентября 2008 года. В данное время обучение ведется по трем уровням – бакалавриат, магистратура и докторантура. Обучение ведется на казахском и русском языках. Отдельные спецкурсы магистратуры преподаются на английском языке. На кафедре работают выпускники ведущих казахстанских и российских университетов, а также зарубежных вузов Кембриджа, Лондонского королевского колледжа, Немецкой академии государственного управления города Шпайер и других. В штате по совместительству работает 26 преподавателей. Из них 5 докторов юридических наук, 11 кандидатов наук, 2 доктора PhD, 3 докторанта, 4 магистра права. 5 членов кафедры стали обладателями государственного гранта Республики Казахстан «Лучший преподаватель вуза». 2 преподавателя являются авторами лучших учебников по юридических наукам. Мы сотрудничаем с рядом видных ученых России, Германии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки и других стран. На кафедре выполняется большой объем научно-исследовательских работ в области международного публичного и международного частного права, европейского права, сравнительного правления, взаимодействия международного и национального права, права Таможенного союза и права других региональных объединений. Разработан и опубликован ряд учебных пособий, монографий, сотни статей и иных научных и научно-методических работ. Преподаватели регулярно проходят повышение квалификации за рубежом в Российской Федерации, Дании, Чехии, Нидерландах, Швеции, Германии, Великобритании, Малайзии и других странах. Активизируется мобильность обучения. Магистранты и студенты имеют возможность выехать на срок от 10 дней до семестра на обучение за рубеж. Студенты и магистранты поступают в лучшие вузы мира по программе «Болашар», выигрывают иные гранты на обучение за рубежом. С 2009 года специальность международного права была включена в программу сетевого университета Содружества независимых государств, в который вошло около 20 лучших вузов СНГ. Магистры международного права по этой программе двойного диплома получают государственные дипломы двух стран. В качестве научных руководителей, рецензентов и оппонентов выпускных работ выступают сотрудники администрации президента Республики Казахстан, парламента, Верховного суда, Конституционного совета, Генеральной прокуратуры, Центральной избирательной комиссии, Министерства юстиции и других государственных органов, а также видные ученые. Высокий уровень подготовки студентов позволил команде Евразийского национального университета в 2010 и 2011 годах занять первое место в Республиканской предметной олимпиаде среди студентов высших учебных заведений Республики Казахстан по специальности международное право. Кафедра гордится своими выпускниками. Они работают на государственной службе и в бизнесе, в международных организациях и совместных предприятиях, делают успехи в науке и работают в вузах страны. Наши выпускники доказали свою востребованность на рынке труда. Кафедра начала процесс прохождения международной аккредитации, который проводит Институт аккредитации, сертификации и обеспечения качества АКВИН, Федеративная Республика Германия. Это реальный шаг к европейскому признанию. Дорогие друзья, впереди у нас большие, но реальные планы по развитию кафедры
юридической науки, повышение квалификации и подготовки конкурентоспособных выпускников. Мы ждем абитуриентов и всегда открыты к сотрудничеству с профессионалами. Успехов вам!